эти соединения там. Там сборка, склейка именно пластовая вот эта вот пошла. Да, но это температурный режим, он же этот маленький был. И до минус 25 градусов. То есть здесь как бы немножко, и тогда. Вот это дерево. Волга это минус 40, а влажность у Волги всегда повышенная. Поэтому она на улице стоит лавки-то. Ну, я не знаю, как вы будете ходить в это положение? Разбираем их, везем на цех и полностью переделываем. Клей не выдержал температурный режим. Температура, да, разница? Минус-то, температурный режим этого клея был до минус 25 градусов по Цельсию. У нас было больше. Клей, это немецкий клей. А потом мы покрывали воском, тоже немецким воском. Имеем картину, которую имеем, чем говорить. Ну, я хочу два слова сказать, что мы вообще вот еще осенью предупреждали всех подрядчиков о том, что ну, зиму переживем, посмотрим еще раз, организуем приемку со всеми и субподрядными организациями, подрядчик здесь вот присутствует генеральный из Москвы, который в целом все эти работы выполнял. Поэтому если будут какие-то замечания, все будут исполняться и в соответствии с контрактом за свой счет. Ну, в данном случае вот это как бы скамейка, которая уже, наверное, вся страна знает про нашу скамейку. Во-первых, стоимость, значит, очень высокая, да, это первое, что начиналось. А теперь вот выявились дефекты, которые проявились в процессе эксплуатации. Вот мы сейчас вот с директором-производителем, хоть там и говорят, что это купи-продай, нет, он сам производил эти скамейки лично у себя на производстве. Вот, то, что мы сегодня видим, это и элементы отклеиваются, да, и покрытие вот само, значит, лиственницы этой, из которой сделаны эти самые секции вот эти набраны, она тоже повреждена, имеет повреждение. Чем это вызвано? Это уж пусть специалисты разбираются. Вот, мы договорились таким образом, что значит, все эти скамейки увезут на производство, еще раз посмотрит, посоветуется, он мебельщик, он 98-го года мебель изготавливает, вот мы ему, как говорится, и карты в руки, поэтому пусть советуется, что сделать, каким образом их реставрировать и сделать так, чтобы они были на долгие годы качественно и вот таких дефектов не имели. Поэтому задача вот такая предстоит, и я надеюсь, что в ближайшее время производитель заберет эти скамейки к себе на производство, сделает все как по технологии качественно. А что именно вы будете делать со скамейками вот сейчас, вот, на ваш взгляд? Какая работа потребуется? У нас 4 неизвестных составляющих, 4 неизвестных. Вы ответите на вопрос, когда у вас 4 неизвестных? Ну, естественно, нет. Но какие вообще варианты есть? То есть вы их будете забирать и... Забирать как? Будем и все переделывать. Но каким образом? Почему? Потому что использовали воск немецкий, 100 грамм стоит 3000 рублей. Немецкий клей использовали. Масло, мы это красили маслом не 2 раза, а 3 раза. И как это получилось? Будете разбираться теперь. Да. А сроки какие примерно? Когда вы предполагаете? Давайте сейчас о сроках ничего не говорить. А давайте мы поговорим о сроках. Почему? Потому что, поймите, мы использовали все самое современное. Вы получили полноценные деньги. И вы полноценно мы получили деньги, я не оспариваю это. Жители города Кинешмы и Вячеслав Григорьевич все верно говорит, что должно быть качественно сделано и раз навсегда. Когда мы увидим лавки за такие деньги на месте, хотя бы примерно верно, дайте, пожалуйста, обещание. Нас не устраивает осень. На следующая зима в снегу. Нет, я просто говорю о том, что... Ну скажите тогда, вы предполагаете, вы производитель опытный. Давайте я в понедельник это скажу. А давайте сейчас. Сейчас я не могу ответить на данный вопрос. Ну то есть вы не готовились, вы не знаете. Нет, я готовился к этому вопросу. Ну поймите, это если сделать так же, как сейчас, и все переклеить, и все заново, у вас опять зимой будет абсолютно тоже идентично. У вас изумительный заказчик, который идет навстречу и не требует просто вернуть деньги и не взять нормальный качественный продукт. Вам идут навстречу. Мы поэтому просим вас сказать сроки, когда все это будет на месте. Устранение, я думаю, пройдет месяц, полтора месяца.
То есть мы 1 июля здесь можем сидеть на новых качественных лапках, так я понимаю? Думаю, да. Дай бог.